Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной деревянной базы Атлас, для которой понадобится один железный топор и штук 6-7 обычных. Так. Ломать можно вот здесь вроде должен быть маленький ящик, там открыто, плюс-минус. Здесь вроде 4 ящика. Да. И тут еще раз, 2, 3, 4, 8 ящиков. Так, от трех волн я избавился. Давайте еще сюда зайдем, посмотрим, что в этой части. Навряд ли тут что-то будет, но лучше открыть. Здесь это соломенная стена. Да, тут ничего нету. И сюда у меня уйдет один железный топор. Эх, так, открывай, открывай. Тут тоже ничего. Значит, все ящики находятся вот здесь. Вот это я сломаю. Мне топора еще должно хватить, да? Так, ладно, давайте смотреть, что тут есть. Первый ящик. Ну, плотную ткань заберу. Второй ящик, доски и бревна. Тоже забираем. Здесь доски. Тут каменные блоки, камни. Но это меня не особо интересует. Верстак пустой. Идем сюда. Здесь... Так, слитки забираю, микросхема, изолента и хватит. Следующий ящик, топорик заберу. Так, здесь один красный талон пускай будет. И здесь, ну, давайте я камни заберу, что там еще же камни есть, правильно? Камни, каменные блоки, все заберу. Так, а где они были-то? А, и вот этот ящик пропустил, нормально. Так, еда не интересна. Хотя нет, воду я заберу. Какой ящик был? Вот этот с камнями. Забираем все отсюда. И еще ломаем вот это вот. Да. Тут еще 20 досок вот так вот заберу. И в принципе можно отсюда сваливать. В байке я, кстати, ничего не складывал. В пикапе 3 консервные банки пустые. И в байке у меня ничего нету. Обычная база с ресурсами. Ничего нового. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.